все. Всем привет. Так после 11 секундного умолчания. Прикалываемся. Да Сабилю мы сейчас перебрехали, потом прощения друг у друга просили. Не ругайтесь только чужие люди, а свои все ругайтесь. Ну, я на него замахнулся, но он уже сильный, он раз руку схватил, а так я на него замахнулся. Неправильно сказал. Не сильный, а просто реакция. Просто молодец. Успел схватить руку. Вот. А я на него сразу... все слова и все на свете собрала, кидаться сразу. Короче, у него он никак не может починить компьютер, что-то у него там проблемки с компьютером. Вот, я-то в этом не понимаю. Сидит уже весь день, короче, вот. Ну, кое-как хоть суп заставила поесть, да за водой сходить, когда уже тут перебрехались, он вспотел весь, перенервничал тоже. Он выложил видео, короче, а забыл включить монетизацию. Вот, видимо, так все заколготилось вот так вот. А я там визги подняла. Ну, как обычно, у меня характер. Я молчу про свой характер. Меня никто не стоит, наверное. А теперь кроме сына. Сын еще как терпит. На, снимай, а то же я невкусно снимаю. Почему ты вкусно снимаешь, Игляня? И груши, кстати, вкусные. Особенно вот эти. Ну и это тоже все вкусное поесться. Все, слава богу, сейчас хоть за целый день я сяду поем. Сколько сейчас времени, сынок, я еще не ела. Поэтому я, наверное, такая злая. Не знаешь? Но... У меня телефон не рядом. А, но точно вечер. Матюша зато обкушалась так, что аж не... У нее там гора мяса еще осталась. Она обкушалась. Но часов 5 вечера, да, Эмилюш? Вот. Наверное, 5. Уже. А я еще не ем. А? Не работает? Да, с биос сбрасывает. Такие дела. Надеюсь, починить, я не знаю. А если не починить, Эмиль, то что делать-то, сынок? Ну вот я замыкаю сброс биоса, он нормально... А, нет, даже сейчас перезагрузился. Ну-ка, а вот если я замкну сейчас вот здесь... Эмиль, а если не починить, то что делать-то? Хоть? Да, вот именно, не знаю. Вот он. И все, и вырубается. Вот если я удерживаю замыкание сброса биоса, и то он не работает. Я не знаю вообще, что с ним. А что делать, если не починится, Эмиль? Загорать и бегать. Загорать? Да. Солнца, правда, нет. Нет, а я серьезно. Я не знаю. Либо с материнской платой проблемы, либо биос. Это что, а по запчастям продавать только, сынок? Что тогда? Или вообще ни копейки тогда с него не получится? Материнскую платой... Ой, я даже биос замыкаю, он все равно раньше работал. А ты хоть тогда, если в крайнем случае, хоть с него хоть какая-то копейка будет или все? Можно материнскую плату поменять. Он должен... Почему процессор греется? Греется. Ай, да и сильно греется. Почему процессор греется? Надо радиатор бы накинуть. Мам, накладывай там кушать, мам. Пока мне рано. Че, рано-то? Там уже мяты скоро будет готова картошка, а ты еще эту не брала. Глянь, какая вкуснятина. Накладывай давай, салат и все. Вот радиатор накину. Вон, Мотя обожралась до самой предельной стадии. Я и тех кошек накормила, кстати. Даже Семен сегодня в гости хотел зайти. Лапкой пытался дверь открыть, но отходит. Я его погладила, говорю, ну хочешь, иди. Ну вот, смотри. Он так и не осмелился. Вот я удерживаю сбросы, замыкание сброса бьюсь. Вынимаем, и он выключается. И сейчас он пойдет в ребут. Перезагрузка циклична. Вот. И да главное, что даже бипер не реагирует. Не выдает посткоды, что типа оперативки нету.
Короче, я-то в этом вообще ничего не разбираюсь. Я попрошу наоборот. На свежую голову буду завтра разбираться. У меня сейчас голова за весь день не работает. От нервов? Да. Перенервничал сильно, да? Я это все положу, воткну обратно. А с утра уже буду разбираться на свежую голову. Ну и в жопу. Тут не может быть фактора засорения. Причиной фактора засорения. Я его вчера весь чистил. Он у меня сегодня с утра работал. Вот даже по приколу сейчас опять. Да ну что, если ты говоришь, если бесполезно, то что это? А, вот я даже подкину сейчас это. Ну, я-то не понимаю вообще ничего. Я-то наоборот вам прошу по полчаса учить меня на телефоне пользоваться. Я телефоном-то не умею этим пользоваться. Тем-то маленько научился, а этим еще пока нет. Вообще не реагирует. Черт, рандом завтра на свежую голову. Короче, вот такие... я замыкаю биос, смотря изображение ноль. Монитор подключен, все подключено. Изображение ноль. И все на максимум. Монитор точно подключен? Да. Вот. Контакт. А вдруг что с проводом от монитора? Нет. Или он все... бы не перезагружался. Mm. Короче, завтра все на свежую голову посмотрим. Ладно. Будем кушать, а то я даже не знаю, сколько сейчас времени. Хоть бы глянуть время-то. А где второй телефон? Ну-ка, взгляни, сколько времени-то хоть. 17:38. Ёкарно, а я еще не ем за весь день. Даже ни глотка, ни чая, ничего вообще. Хоть поесть на ночь-то. Так, ну все, всем добра.